Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник в крупной российской авиакомпании. По данным издания, в ближайшее время ведомство может разрешить европейским авиакомпаниям прилетать в Россию по измененным маршрутам, в обход воздушного пространства Белоруссии. Отмечается, что российской стороне понадобилось время для проработки новых летных маршрутов из европейских государств в Россию, после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза часть стран ограничила авиасообщение с Белоруссией. 27 мая Белоруссия предложила России восстановить авиасообщение в полном объеме. Сообщалось, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением открыть для белорусской авиакомпании новые направления в России. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.